Помощь хирургов потребовалась жертве ДТП на кольцевой дороге. Пациенту 5 месяцев, весит всего 2,5 килограмма. Особая примета – длинный рыжий хвост. Несколько часов в центре помощи животным Виллис оперировали лисенка, которого нашли на обочине КАТ. Его сбила машина. Ветеринары диагностировали 4 перелома задних лап, сильный ушиб позвоночника, головы и внутренних органов. Сейчас маленький лис все еще отходит от наркоза, но уже начал есть и пить. На реабилитацию идет не меньше 2 месяцев и, возможно, потребуется еще одна операция. Тихо, 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 солнце, это я. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Я знаю, что больно. Аккуратно. Аккуратно. Пойдем, пойдем, пойдем. Лисенок, к сожалению, не сможет полностью восстановиться для жизни в дикой природе. Поэтому сотрудники центра уже готовят ему место в вольере и выбирают имя.